Всем фарочки, с вами Umbrella, и у нас по-прежнему с Ларкой дилемма по поводу того, что Яшка что-то мутит, говорит, валить нафиг отсюда, ничего не искать. Но мы же так не можем, мы же Лара Крофт, правильно. И смотрите, кстати, я что заметила, у нее новый костюмчик. Точнее как, она... Помните, она тонула в прошлой серии? Это, наверное, ей Яшка дал куртку. Яшка дал куртяшку. Так, лагерь это очень кстати. Нужно навыки подкачать. Я снова одна. Яков ушел вперед. В нем есть что-то такое, что ускользает от меня. Ну, какой-то он странное, рудый, но почему-то успокаивающее. Как будто я могу сказать ему что угодно, а он и бровью не поведет. Не будет осуждать. Но в то же время трудно понять, что у него на уме. Я сердцем чую, что он хороший человек. Он спас меня. Наверное, ему можно доверять. Не факт. Может, он специально тебя спас. Только никак не могу избавиться от назойливого чувства, что он знает больше, чем говорит. Это точно. Ну, ничего, мы сейчас выясним, в чем дело. Пойдем за ним. Он там пошел что-то на разведку, по-моему, вперед. Поблизости союзник доступно необязательное задание. Как-то очень это звучит интересно. Не стреляй, я с Яковом. Он велел вон дождаться тут. Тебя, но эти сволочи нашли нас раньше. И чего? О боже, что с тобой? Жить буду, но нужно где-нибудь укрыться на случай, если захватчики вернутся. Что, предлагаешь мне тащить себя, что ли? Это волчье логово. Туда они не сунутся. А значит, я должна туда. Волков не одолеть. Нам эта пещера нужна для сборов. Только надо вырезать волков. Да уж, спасибо. Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Знаете, тут трудно сказать. Я ненавижу волков. Я просто их терпеть не могу в этой игре волков. Ну, наверное, придется такое заманчивое предложение насчет пистолетов. Хорошо. Спрячься пока. Давай, я ладно, вернусь. Так уж и быть. Я переступлю через свой страх. Яков говорил о тебе правду. Ой, хоть не надо подлизываться, а? Куда идти-то? Сюда? Ну, покажите, что там волки, там, я не знаю. Ладно, нам налево, да? Туда. Так, стоп. А, мы через хижину. Нет, мы через хижину не проходили. Там что-то наверняка есть. Конечно. Так, запчасти это хорошо. Еще что-нибудь есть тут? Нет. Нет, только из-за запчастей сюда зашли. Ну, ничего страшного. Ну ты че? Да, зачистила, иди. Еще нет, но я справлюсь. Зачем вопрос? Это просто. Где гробница? Нет, я уже разочаровалась в гробнице, честно говоря. Хватит. Хватит. Потом. Потом я буду искать гробницы, когда пройду сюжет. Попробую. Во всяком случае, попробую. Я не обещаю, что я их все найду. Но, честно, не обещаю. Но попробую. Честно, попробую. А пока что ходим по сюжету. А давайте предложим волкам выпить. Мало ли. Оля, они согласятся. Ну, типа, ладно, Ларку, давай, короче, по-братски выпьем. Мы спокойно очистим, ну, в смысле, уйдем из пещеры. Нафиг. Нет, давайте все-таки с автоматика, с винтовки.
Ох. Ох уж эти волки. Может, им грибов предложить, я не знаю, может, им как-то поможет ситуации. Ну, вот какая нормальная девушка попрется в пещеру. Мамочки, офигеть можно. Да блин, это капец, ну чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть можно. Тихо, тихо. Лечись, лечись. Давай прикалывайтесь. Ненавижу волков. Ненавижу. Реально терпеть не могу. Откуда они пришли? Оттуда? Нет, не оттуда. Я просто хочу всех собрать. Вот оттуда они пришли, точно. И тут теперь можно себе сделать шкуру из волков. О, в смысле шубу. Шкура-то у нас и так есть. Давай, 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 взрывчатка, ну ничего, давай. Так. Ну это не я сделала, ну ладно, тоже заберем. Слушай, ты сколько тут ответвлений разных, блин. А. Ну, короче, отсюда еще можем выйти. Вот, давайте туда сходим еще. Мало ли что-нибудь спрятали, интересно. Ну, как у нас медведь прятал ледяную пещеру. Так, волки, может, еще какой-нибудь там, не знаю, клуб спрятали. Как он. Например, в этом, скажите, в сериале «Стрела», например. Чувак вообще замечательно под видом клуба прятал только пещеру свою. Да. Это уже ладно, это уже не важно. Главное, мы сделали задание, идем теперь к этому чудику обратно. Да блин, зачем я патроны тратила? О, пульки. Откуда здесь взялись пули? Немного не понимаю, ладно. Там что-то на мостике по-любому есть. Ну блин, прыгнет нормально на лестницу. Куда смотришь? Это я ради этого сюда лезла? Так. Ну, чувак, короче, пещера пустая. Ты мне капец как должен. В пещере безопасно. Отправляйся туда поскорее. Спасибо. Вот, возьми. Давай, а чё? Яков велел тебя оберегать. Но оберегать нужно было явно не тебя. А волков, да. Так, и чего? Где пистолет мой? Ты офигел? Давай сюда. Во, спасибо. Чё это такое? А, ясно, нужен лагерь опять. Хорошо. Можно топоры взять? Я буду бегать с топором. Всем будет лучше. Так. Да знаю я, что вознаграждается. Знаю. Что тут у нас интересного? Ничего. Пойдемте на задание. Наверх или туда, или туда, или наверх. Там лестница, здесь дерево. Мы же ларков привыкли лазить по деревьям.
Ух ты! Блин! Так нам все-таки оттуда можно. Порезали. Ничего себе тут, короче, всяких штук. Половина из которых у нас есть. А что там? Тоже, наверное, какие-то тайники, скорее всего. Ладно. Нам надо куда? Туда. Где я видела веревку? С этого столба. А с другого места нету. О, знаете что? Мы сейчас сходим от той пещерки. Там что ты делаешь? Что ты делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Там, короче, у нас теперь есть оборудование на стрелах с веревкой. Мы теперь можем без труда попасть в эту заколоченную. Да слезь ты, что ты делаешь? В эту заколоченную шахту. Сильная, нифига себе. Может, это гробница, кстати, нет? Как вы думаете? Нет, это очередная пещера. Да что за подстава? Ну, зато у нас есть деталь блочного лука. Какого-то крутого, видимо, лука. Все это, все ради чего мы сюда зашли? Заберитесь на крышу. Подъезжай на крышу. Ой. У меня только что чуть не вписалась птица. Так понимаю, нам куда-то сюда. И как я залезу на вот этот мостик? Скажите, пожалуйста. Почему он подсвечивается? А, ну да, правильно. Можно сделать вот так. Ящик себе сберу. А, стоп, нам нужно куда-то... Нам нужно куда-то эту штуку всадить, чтобы... Подождите. Вот, вот оттуда. Да? Или нет? Или да, или нет? Что это вообще такое? Так, а тут мы еще не были, кстати, подождите. Да слезь ты, пушишь ты, ну что? Что такое? Ты чё? Да, я думала, она ящик заметила. Здесь по-любому что-то еще есть. Ради одного ящика сюда... Чё? Ради одного ящика сюда прыгнула? Ладно. Я промолчу. Ну, залезь обратно теперь. Ты чё? Да ладно. Ты чего, ребят? Ура. Ура. Так. Ну, я думаю... О, боже, ты... Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Обалдеть. Еще прости, чувак, но тебе патроны, наверное, уже не понадобятся. А мне капец как понадобится. Так. Ну что, погнали. Новый лагерь, это тоже очень хорошо. Это прям вообще суперски. Нам дали новую модификацию к пистолету. Нужно использовать. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться, но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир.
Все сказала, пойдем. Некогда болтать, отдыхать, пора бежать. Почти рифма. Ну это я уже поняла, спасибо, вы мне абсолютно вовремя написали. О, тихо-тихо, русский, очень русский. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Так, сзади какую-то эта штука, это монолит. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Короче, эти монолиты, видимо, только для монет. Дедушка Ленин. Так. Погнали. Лара, ты цела? Ну, как бы да. Буду еще целее, если будешь рядом. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь к отходу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Что, сам не зайдешь? Фу, блин, перепугалась, думала, стрелять кто-то. Так, штука. Что там нашли? Еще одна статуэтка. Только похожа на игровую фигурку. Да уж. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела. Где? Я не понимаю, о чем она, ну ладно. Так. Ящики. Куда нам вообще? Нам наверх. Да? Насколько наверх нам? Ну, во всяких домиках. Вы, конечно, простите, я, похоже, пособираю. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного... Советские командиры? Нет, это неинтересно. Там, где Анна что-то читала? Или Константин? Это уже интересно. Так, ладно. Куда? Куда, скажите, куда? Туда. Хорошо. Или сюда еще зайти? Конечно, я не могу пропустить такие вещи просто. Как бы нам... Запчасти это нужны. Именно при помощи них мы все штуки свои усовершенствуем. Улучшаем. Че, просто так, что ли? Да ладно. Ну это нечестно. Я сюда зашла. Просто так получается. Ладно. Все, достали, короче. Пойдемте на сюжет. Куда? Куда залезть, блин? А, все, поняла. Еще штука какая-то. Сказала Амбрелла, пошлите на сюжет, а сама идет очередную дополнительную. Так, ладно. Ну тут на самом деле не очень-то много. Так, нам вообще наверх, да? Ой, блин! Что сейчас сделала? Надо было сначала потянуть. Я молодец. Я капец какая молодец. Что мне теперь делать? Слазить? Ой, ладно, так. Да ладно. Могло быть хуже. Могло быть гораздо хуже. Так что не ворчи тут. Как мы залезли сюда? По лестнице. Ну ты чего?
Полезли, полезли, полезли. Что ж ты карать-то? Клетки. Как будто для зверей. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, это чтобы ужасно. Увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Да вы чокнутые, что Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно. Что, наконец, заглянем Богу в глаза. А я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Слушайте, если такие придурки будут жить вечно, что ж тогда с нормальными-то людьми будут? Это ужас. Так, прыгай. Обитатель 9.15, обитатель 9.16. Так. Нет. Я слышу, кто-то базарит. При восстании тут столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасным. Много повреждений от непогоды. Но ведь отряд Эхо поднялся нормально. Просто смотри, что удивительно, как все еще держится. Мы как на пороховой. Коктейль Молотова. Ага. Первый контакт произошел в шахте. И они бросили все силы на добычу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? Гадал. Подождите. Вот опять она бросила себе под ноги. Ой, все плохо с беглецами, я сама с ними общалась. Константин видел, как они ушли под гад, но все равно не верит. Ты главное смотри в оба. Попаду, не попаду. Попал. А что ж я касаю-то такая? Ну, откуда? Высунутись. Прикрой меня! Прикрой, да? Так, нормально? Давай, вылазь. Все? Что-то вас в этот раз мало. Ух ты, блин, что это было? Все, скажите, что все, пожалуйста, я не хочу долго драться с ним. Ой, а как это открыть? Откройте там тайнички, ну блин, люди, ну, разве можно так делать? Это бесчеловечно. Как мне туда зайти? Через крышу? По-другому через крышу, да? Ну, конечно. Ну ладно, это не так сложно было. Так что ладно, я ворчать особо не буду. Ну спрыгивай ты уже. О, это хорошо. Это офигеть как хорошо. Так. А, там отмычка. Вот что я мешала здесь ледорубам все это взломать? Что? Что я мешала? Так я еще и правильно пошла? Освещение еще работает. Ну, я вижу. Похоже на урановую снайпу. Ага, это урановый рудник. Чего? Я гробницу открыла? Вы что, серьезно? Люди, мы нашли гробницу. Боже мой, все такое древнее. Офигеть. Что же они нашли там внизу? Воды уже полно. Вы прикиньте, мы нашли гробницу.
Ай. Нам туда или туда? Пока что я вижу, как по сюда ход. Конечно, можно было и туда прыгнуть. Тут все нафиг рушится, нам бы не упасть случайно. Давай, пошли. Очередная. Туда или туда? Пойдемте туда сначала. Там что-то блестит. Все, что ли? Ради этого? Да ладно, ну я догадывалась, поэтому пойдемте дальше. В другую сторону. И не противно плавать среди этого. Нифига себе бутылок. А, ну конечно. Конечно. Не зря сюда бутылки положили так. Прикольно она делает тут девчатку. Ну там, коктейльчики там. Просто вот то, что. Ну, полезли. Ну, давай. Ничего себе, ты летаешь. Давай. Ух ты, блин! Ты чё? Ё-моё. Ну, конечно, у нас всё так просто не бывает. Ну и вход. Не говори, я сама в шоке. Ещё артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Да блин, куда мне? Надо бы самой взглянуть. А, ну это опять ответвление такое небольшое. Быстрее. Это потом обратно столько возвращаться? Ай, да что? Фу, блин. Это ж меня бесят такие моменты вообще. Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Чё, серп и молот? Ты чё? Она ещё наполовину полная. Наверное, мне ещё успеет пригодиться. Ах ты, алкашка. Так, чего у нас тут? Куда мы? Она не потухнет через воду, нет? Конечно. А что сделать? Блин. Ай! Упс. Не хотела. Надо как-то перебросить это через воду. Да вот не говори, как-то надо. Ну как? Как мне это сделать? Скажите, пожалуйста. Вроде я тоже горит. Что горит? Ну, да я знаю, что это горит. А толку? Может, вентиль какой-то есть? Который остановит... Надо как-то перебросить это через воду. Ты можешь хотя бы что-то другое говорить, а? Блин. Ну это вообще не дело. Может, можно слезть там куда-то. Тихо. Никуда нельзя залезть больше. Так, ладно. Давайте этим займемся в следующей серии. Я что-то реально не догоняю, что-то делать надо. Я подумаю еще. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И до встречи в следующей серии.